Всем привет, меня зовут Владимир, вы на моем канале, и здесь мы говорим об автомобилях, которые снимаются в кино. Очередной выпуск и очередной киноавтомобиль. На этот раз речь пойдет об одном из самых узнаваемых экранных транспортных средств в принципе, во всяком случае, если речь идет о мнении зрителей последних десятилетий. У каждого поколения свои любимые герои, но тем, кто рос в нулевые, очень сложно было пропустить фильм «Угнать за 60 секунд» 2000 года с Николасом Кейджем и Анджелиной Джоли в главных ролях. Рекламная кампания студии Disney тому виной. И пусть на момент выхода фильм, снятый режиссером Домиником Сена, и что гораздо важнее, спродюсированный Джерри Брокхаймером, разнесли критики, пусть его кассовые показатели достаточно скромные, но со временем фильм все же завоевал некий культовый статус. Хоть и продолжает уступать в профильных списках популярности одноименной оригинальной ленте 1974 года, свободным ремейком которой он, собственно, и является. Тем не менее, считается, что финальная погоня с участием знаменитой Элеонор все же позволила фильму пройти проверку временем. Итак, сегодняшний ролик и будет посвящен той самой великой и неповторимой GT500 Элеонор, ставшей настоящей звездой этой спорной, по мнению критиков, разумеется, ленты, которая, судя по отчетам Disney, принесла одни только убытки, но обо всем по порядку. Педаль в пол и погнали! Разумеется, говоря о главном автомобиле из ремейка 2000 года, нельзя не упомянуть оригинальную ленту, хотя я бы не хотел сейчас заострять на ней внимание, так как в свое время обязательно сделаю выпуск целиком и полностью посвященный ленте 1974 года. Если коротко, то фильм, созданный за очень небольшие деньги и по большей части состоявший из автомобильных погонь, довольно круто снятых для своего времени, имел довольно условный сюжет, и монтажеру стоило немалых трудов, чтобы из этого разрозненного материала собрать смотрибельную полнометражную картину. Тем не менее, особенно впечатляла продолжительностью и масштабом основная погоня в фильме, где за 40 минут экранного времени разбили 93 автомобиля, при этом за весь фильм 127. Но несмотря на все трудности, фильм оказался настоящим бестселлером. При своем скромном бюджете, обычно указываются разные данные, от 150 тысяч долларов производственного бюджета до 1 миллиона долларов общего, включая рекламный, картина по разным данным только в США заработала более 40 миллионов. Сделав создателя ленты, сценариста, продюсера, режиссера и исполнителя главной роли Генри Блайта Халики или Халицки, как еще читает его польскую фамилию по прозвищу Тоби, очень и очень состоятельным человеком. Увы, но 20 августа 1989 года в возрасте 48 лет Тоби Халики не стало. Он трагически погиб на съемках своего фильма «Угнать за 60 секунд 2», который, увы, так и не был завершен и не вышел на экраны. В 1995 году его вдова, Деннис Халики, заключила договор с Джерри Брокхаймером на создание ремейка картины 1974 года. И тут, собственно, и хотелось бы перейти к рассказу об автомобиле. В оригинальной ленте 1974 года основным автомобилем, на котором главный герой уходит от полицейской погони, стал автомобиль Ford Mustang Mach-1 1973 года, получивший имя Элеонор, или Элеонора, как кому угодно. Это объясняется сюжетом фильма, где каждый автомобиль в списке угоняемых транспортных средств получил женское имя. Мэрион, Донна, Марта, Даяна, Руби и так далее. Последним 48-м автомобилем в списке и является Элеонор, который играл личный автомобиль Халики, купленный еще в 1971 году. Но на тот момент для съемок картины еще не хватало средств. И да, машину внешне изменили, сделав ее более похожей на более поздний Мустанг 1973 года. И да, это был стандартный фастбэк, или как его еще называли Ford Sports Roof, 1971 года, а вовсе не Mach-1, ну или Mach, так как имеется в виду единица измерения скорости звука, утрированно, конечно. Есть разные данные касаемо того, сколько же было использовано мустангов в роли Элеонор. Одни говорят, что одна единственная, другие указывают, что две, что в общем-то тоже немного, учитывая количество трюков. Но точно известно, что основной киноавтомобиль в поврежденном виде сохранился и сейчас является частью экспозиции в автомобильном музее Петерсона в Лос-Анджелесе. На момент выхода картины Элеонор стала нарицательным именем, поэтому было совершенно очевидно, что и в ремейке, снимаемом в конце 90-х, должен был быть свой автомобиль Элеонор. И это обязательно должен был быть Ford Mustang. А вот тут мы внезапно переносимся в 60-е. Дело в том, что в качестве основы своеобразного донора для Элеонор 2.0 должен был стать фастбэк Ford Mustang 1967 модельного года, но не стоковый, а версия Shelby GT500 от компании Shelby American, и здесь хотелось бы поподробнее.
Первое поколение Ford Mustang выпускалось достаточно долго, с марта 1964 по июнь 1973 года. Если быть честным, то выпускаемые в разные модельные годы автомобили ощутимо отличались друг от друга как габаритными размерами, так и, например, силовыми установками, предлагавшимися покупателю. Так, к примеру, именно Mustang 1967 модельного года отличался от более ранних собратьев увеличившимся подкапотным пространством, что позволило заводу-изготовителю внедрить туда наконец-то уже Big Block V8, дабы обычный в меру шустрый Pony Car наконец-то смог уже ворваться в гонку мускулов в тех лет. По крайней мере, с 390-м, это объем 6,4 литра, V8 серии FE мощностью 335 лошадиных сил, у него были шансы не отставать в светофорных гонках, что тем не менее все равно не устраивало Кэрола Шелби, который уже несколько лет выпускал свои версии автомобиля к 1967 году, избавившемуся от обозначения Ford Mustang и именовавшемуся Shelby GT. Собственно, 1967 год стал первым для Shelby GT500. Ранее компания выпускала только модель GT350. Своей задачей Кэрол Шелби видел не только внесение внешних видоизменений стокового мустанга и облегчение веса автомобиля, а также, и это важнее всего, установку более мощного двигателя. И касаемо облегчения веса, не все знают, что в версии Шелби передняя панель автомобиля, воздухозаборники, капот, удлинение задних крыльев, задняя панель и, собственно, сам багажник были сделаны из стеклопластика. Это к вопросу о том, что эстеты от автомобильной журналистики ругают Элеонора с фильма 2000-го за пластиковые кузовные элементы. Вот тут как раз все по канону. Касаемо двигателя в Shelby GT500 1967-го. В сети встречается информация, что это был 7-литровый Cobra Jet, но это не совсем так. Ведь Cobra Jet, о котором обычно идет речь, появился только в следующем, 68-м году. На самом деле специалисты Shelby взяли 7-литровый 428-й фордовский V8 и установили на него два 4-камерных карбюратора Holley на 600 CFM на удлиненном алюминиевом впускном коллекторе. Согласно спецификациям Mustang, автомобиль, построенный Shelby, был способен разогнаться от 0 до 60 миль в час, это примерно 96,5 км в час, за 6,5 секунд. Интересно, что каждый оригинальный Shelby GT500 внесен в специальный реестр Shelby и, как правило, стоит огромных денег. Так что, в общем-то, логично, что об использовании в фильме 2000 года оригинального автомобиля речь даже и не шла. Это было бы слишком дорого, особенно с учетом постройки трюковых автомобилей-дублеров. Кстати, у продюсера ленты Джерри Брукхаймера есть собственный Shelby GT500, но в фильме этот автомобиль не снимался. В общем-то, создатели картины пошли своим достаточно интересным путем. Они решили построить свой аналог Shelby GT на основе фастбека Ford Mustang 1967 года, но более крутой и современный. Изначальный концепт будущей Элеонор нарисовал Стив Стэнфорд, художник, в свое время нарисовавший немало эскизов для кастом-проектов, публиковавшихся в журнале Hot Rod. Полученный эскиз был показан молодому, но уже очень перспективному дизайнеру, ныне всемирно известному Чипу Фузу, с просьбой за 7 недель построить машину, что очень немного, учитывая то, что нужно было построить ее многочисленные копии для выполнения трюков. Дизайнер спросил, можно ли внести изменения в утвержденный эскиз, и, получив согласие продюсера ленты, приступил к работе. Кстати, еще один забавный нюанс. Где-то на этом этапе предпродакшена картины поступило предложение сделать Элеонор не Мустанг, а Ford GT40. Но взвесив все за и против, продюсеры решили, что Мустанг все-таки подойдет лучше, да и стоить будет дешевле, чем GT40. Так или иначе, но в назначенный срок Чип Фуз предоставил режиссеру и продюсеру ленты, а также художнику картины Джеффу Манну, полноразмерную глиняную модель будущей Элеонор, которая тут же получила одобрение всех причастных. Кстати, еще один малоизвестный факт. Параллельно с проектом Чипа Фуза изготавливалась еще одна глиняная модель за авторством Рэя Кларриджа из Cinema Vehicle Services. Но эта версия не была готова в срок. Да и как Рэй сам признавался, версия Фуза смотрелась лучше. Собственно, именно на мощностях Cinema Vehicle Services автомобили в дизайне Фуза и стали строить уже для съемок в кино. Как говорил сам Чип Фуз, его проект Элеонор является неким свободным представлением о том, как бы выглядел Shelby GT500, если бы его проектировали и создавали не в 60-е, а в 90-е годы 20 века, с учетом новых веяний автомобильной моды, иных технологий, а также личных предпочтений в дизайне Чипа Фуза. И это правда,
Если посмотреть журналы о кастом-культуре 90-х, там подобные пластиковые решения буквально на каждой странице. Итак, погнали по порядку. При постройке каждой Элеонор брался фастбэк Ford Mustang 1967 года. Кузов красился в специальный серый цвет DuPont Pepper Grey и, конечно же, не забываем о черных продольных полосах в стиле оригинального автомобиля Shelby. Здесь, как и на оригинальном GT500, вся передняя часть делалась из пластика. На всякий случай напомню, что у самого Мустанга морда металлическая. Но если у Shelby GT500 сохранился оригинальный бампер и его крепление, то у Элеонор пластиковый бампер кастомный и покрашен в цвет кузова. Фальшрадиаторная решетка Элеонор делалась из элементов решетки Chevy Astra Van, вырезанной по нужному контуру. Форма пластика вокруг фар полностью уникальна для Элеонор. Такого не было ни у Мустанга, ни у Shelby GT500. Дополнительная оптика Элеонор, опять-таки в отличие от Shelby GT500, переехала с верхней части решетки на нижнюю. Переднюю линию пластикового капота удлинили практически на 10 см, а сам капот очень похож на оригинальный горбатый от Shelby GT500, но без отверстий воздухозаборника. Ну и разумеется, гоночные замки капота, куда же без них. Пластиковые крылья Элеонор практически не отличаются по своей форме от металлических мустанговских. Основное отличие – это расширение, переходящее в пороги. Диски Элеонор – это реплика гоночных дисков от Ford GT40, но если у оригинального GT40 диски были 15-дюймовые, то у Элеонор они могли быть и 16, и 17-дюймовыми. Плюс кастомная подвеска на кайловерах от Total Control и дисковые тормоза от Wilwood. Но следует помнить, что поскольку разные киноавтомобили строились под разные экранные задачи, то и технические машины сильно отличались друг от друга. Среди построенных для фильма «Элеонор» не было двух одинаковых. Опять-таки, если говорить об экранных «Элеонор», то у этих автомобилей по замыслу выхлопные трубы были интегрированы в пороге. Но по факту на момент съемок ленты эта система толком не работала, и отверстия в порогах были бутафорскими. Настоящие выхлопные трубы находились под днищем. Полностью функциональная выхлопная система появилась лишь в официальных репликах, построенных уже после выхода фильма, но об этом позже. Боковые зеркала в форме пули – это тоже фишка Элеонор, а вот боковые воздухозаборники у задних арок были и на Мустанге, и на GT500, но если у Мустанга это просто декоративная выштамповка без функционального отверстия, то и у Shelby GT500, и у Элеонор отверстие имеется, и по задумке создателя оно необходимо для охлаждения задних тормозов. Расширение на задних крыльях опять-таки это фишка Элеонор, а вот что касается воздухозаборников на задних стойках кабины, то у Мустанг и у Элеонор это просто декоративные жабры, а у Shelby GT500 есть возможность их открывать и закрывать для вентиляции салона. Крышка заливной горловины топливного бака у экранной Элеонор, как и выхлоп, была фейковой. Это была своеобразная отсылка к автомобилям Shelby Cobra, Ford GT40 и гоночным Мустангам, где было реализовано стилистически похожее решение. Настоящая горловина у Элеонор пряталась на задней панели между двумя горизонтальными задними фонарями. Как и в случае с GT500, эти фонари позаимствованы от Mercury Cougar. Оригинальную металлическую мустанговскую крышку багажника, как в случае с GT500, так и в случае с Элеонор, заменили на пластиковую с интегрированным доктейлом. А для того, чтобы линии задней части кузова и багажника совпадали, были установлены специальные пластиковые вставки. И опять-таки, только у Элеонор задний бампер пластиковый, покрашен в цвет кузова. Ну и конечно, в салоне у экранной Элеонор бросаются в глаза черные циферблаты приборов, механическая коробка передач и знаменитая кнопка Go Baby Go. Ну и конечно же, система впрыска закиси азота на экранном автомобиле тоже была фейковая. Что касается двигателей экранных Элеонор, то здесь, как обычно, слухи и домыслы. Но считается, что самым мощным автомобилем был тот, который совершил знаменитый прыжок через полицейский кордон. Это был V8 от Ford Motorsport объемом 5,8 литра, мощностью 400 лошадиных сил. В большей части остальных автомобилей, созданных для трюков, чаще всего стоял 302 Ford Windsor V8, это 4,9 литра, но часто его называют 5-литровым, мощностью 220 лошадиных сил. Кстати, об экранных автомобилях. В сети, как обычно, разные данные об их количестве.
обычно называются цифры от 11 до 13, и при этом уточняется, что по завершению съемочного процесса от 3 до 5 автомобилей удалось сохранить. Считается, что так называемых автомобилей-героев было 3 штуки, и обозначались они, собственно, Hero 1, 2 и 3. Именно эти автомобили снимались крупным планом, именно в них сидел персонаж Николаса Кейджа, и именно эти экземпляры являются самыми ценными сейчас, спустя более 2 десятилетий с момента выхода картины на экраны. Даже несмотря на то, что при производстве этих машин делалась ставка на проработанный внешний вид, а не на производительность. Так, в 2022 году один из автомобилей героев был продан с аукциона за 1 миллион 300 тысяч долларов, и по оценкам экспертов при возможной перепродаже он уже вряд ли будет стоить дешевле 2 миллионов. Известно, что еще одним из 3 автомобилей героев владеет некий Кай Никлаусен из компании Chrome Cars, Германия. Его автомобиль продавался в 2013 году на аукционе за 850 тысяч долларов. Так что с годами цены на Алианор только растут. После завершения фильма начались бесконечные судебные тяжбы с правообладателями за право делать лицензионные реплики Алианор. По американским законам никто не мешает вам самому построить свою собственную Алианор и сделать ее такой, какой только душа пожелает. Никаких технических и визуальных ограничений. Именно поэтому на вторичном рынке США есть немало дешевых копий этого автомобиля, сделанных неумелыми мастерами. Но если вы владелец мастерской и строите Элеонор на продажу, к тому же еще и небольшими сериями, то вы обязаны заплатить авторские отчисления наследникам Халике в размере 25 тысяч долларов за каждый собранный экземпляр. Увы, как оказалось, не каждому владельцу мастерской это пришло в голову. Так, до 2008 года компания Classic Recreations выпускала очень качественные копии Элеонор, заручившись согласием компании Shelby, но после проигранного суда с наследниками Халики эта возможность была утрачена. Теперь компания выпускает похожие автомобили под названием Shelby GT500 CR, который очень напоминает Элеонор, но все же отличается некоторыми мелочами. А в данный момент одной из немногих компаний, получивших право делать реплики Элеонор по лицензии, является Fusion Motor Company, и делают они совершенно лютые протуринг кастом проекты, которые стоят огромных денег. Еще одна компания под названием Unique Performance строит свои версии нелицензионных GT500, очень похожих на Элеонор, но из-за авторских прав, называющиеся по-другому. Самым известным их автомобилем стала псевдо-Элеонор, построенная для звезды высшей лиги бейсбола Билли Вагнера, но на базе 68-го фастбека Мустанг. Также именно специалисты Unique Performance являются авторами печально известного в США билда Элеонор Кабриолет, что совсем уже не канон. Плюс в сети периодически появляется информация о том, что сам великий ужасный Николас Кейдж владеет одной из реплик Элеонор, но подробностей о ней особо нет. Итак, подводим итоги. Есть Ford Mustang, есть версия Shelby GT500, есть версия GT500 Элеонор для фильма, есть официальные реплики Элеонор и есть фанатские копии. У всех этих автомобилей разная история и свои особые характеристики. Они отличаются и внешне, и технически, но все же нельзя отрицать один важный факт. Как бы ни ругали критики данную картину вообще и Николаса Кейджа в частности, как бы поклонники классических автомобильных фильмов не критиковали ремейк 2000 года, превознося при этом оригинал 74-го, как бы ни пытались сравнивать Элеонор из оригинального фильма и из ремейка, последний все-таки нашел свое место среди самых эффектных киноавтомобилей всех времен. И для многих именно этот автомобиль и этот фильм стали одними из самых значимых. И напоследок хочется предупредить, что данное видео не заканчивает историю о франшизе «Угнать за 60 секунд» на моем канале. Как я уже говорил ранее, запланирован ролик о фильме «Угнать за 60 секунд» 1974 года, а также отдельное видео, посвященное съемкам финальной автомобильной сцены с Элеонор из ремейка 2000 года в формате рубрики «Классические автомобильные погони». Если будет время и интерес зрителей, я постараюсь осуществить все задуманное. А на сегодня все. Всем сила. V8.